Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня 15 марта. Я извиняюсь, свой голос немного простужен. Сегодня хочу перечеренковать кассетку с черенками метельчатой гортензии. Это липа фреска. Черенковала я их 12 февраля. Вот чуть больше месяца. Вот так они наросли. Здесь и верхушечные черенки, и промежуточные. Все до единого. Я вам так покажу. Вот все в кассете до единого череночка укоренились. Получается 100% укоренение. Как ранее я говорила, что черенкую я синим радигрином. Вот так наливала в крышечку немножко. Сейчас я буду делать перечеренковку своих череночков. Вот смотрите на примере. Давайте посмотрим корневую, как корневая наросла. Например, с этого посмотрим. Вот. Вот такое плетение. Месяц. Такие череночки. Это верхушечный черенок. Давайте посмотрим промежуточный. Вот с краю, туда, далеко. Вот он. Чуть меньше. Кассетка заполнена. Ну, практически ползу уже до конца. Сейчас немножко я их перечеренкую. Еще несколько дней. Начинаю их адаптировать к свежему воздуху. Потом буду пересаживать. Пересаживаю я в P9, в агробалт. Мешаю я половину нейтрального агробалта, половину кислого. И добавляю смокот про 5-6 месяцев. Так, ну давайте посмотрим. Оставляю я чаще всего два междоузлия. Вот так снимаем череночек. Вот такой. Здесь получится два черенка. Один будет на два междоузлия промежуточным. И верхушечный. Немножко листики мы листовую пластину укорачиваем. Шпажкой в кассетке делаем отверстие. Кончик окунаем немножечко семирадикрин, ставим и прижимаем. Так, теперь промежуточный череночек. Убираем нижние листики. И вот так немножечко укорачиваем листовую пластинку. И опять радикрин. И ставим. После того, как я зачеренкую всю кассету, я помещаю их в белые прозрачные контейнера, пластиковые, под крышками. И там они у меня находятся. Вот это маленькая кассетка, вот такой контейнер. Вот так они находятся в контейнерах. Пока они не укоренились, я обрызгиваю их с пульверизатора два раза в день, утром и вечером. Как только я вижу, что началось укоренение, я начинаю их опрыскивать раз в сутки. Либо утром, либо вечером, как вам удобно. Опрыскиваю, с крышечки протираю конденсат, чтобы на листики не попадала лишняя влага. И вот так они растут. Вот такие вот зеленые черенички. Если вам было интересно, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. На все вопросы, если будут такие, я отвечу. Всего хорошего, удачи. До свидания.